Здравствуйте, я Владивостокский школьник Владимир, ваш гид по моему городу. Мы находимся в центре Владивостока. Всего 200 лет назад здесь была непроходимая тайга. 160 лет назад сюда прибыли первые поселенцы, забрались на эту сопку, увидели тигра и назвали ее Тигровой. Отсюда можно увидеть наш город с точки зрения хозяина тайги. Мы с вами спустились с сопки Тигровой по улице Тигровой. И вот наш первый герой. Если в Африке королем животных является лев, то у нас во Владивостоке это тигр. Буквально ни в одном городе мира вы не встретите его, как у нас, на каждом шагу. А сейчас я покажу вам еще одно, совсем рядом отсюда. Почти 70 лет назад мы чуть не лишились этих уникальных животных. В 40-х годах 20 века их оставалось всего 30. А ведь когда-то это могущественное животное проживало на территории всего юга Дальнего Востока. А теперь пойдемте на тигриную тропу. Наш тигр амурский. На тигриной тропе вы можете узнать, в каких странах Юго-Восточной Азии обитают какие виды тигров. В Индии – бенгальский, на острове Суматра – суматранский. К сожалению, три вида тигров уже вымерло, и поэтому их нет на этой тропе. Сегодня у тигров тяжелая ситуация. Остается очень мало места, где они могут жить. Нашему амурскому повезло больше. Сегодня насчитывается около 500 тигров. А вот сколько в городе памятников тигров, никто точно не знает. Удачи вам в поисках!